вами канал «Вкусняшки по-домашнему». Сегодня мы готовим замечательный завтрак, салат с креветками. И предлагаем вам тоже попробовать и порадовать своих домочадцев. Для этого салата нам понадобится 300 грамм креветок. Дальше салат, который мы будем выкладывать на блюдо. Помидорки черри, ну, грамм 200, наверное, здесь. Два небольших болгарских перчика. Дальше багет, ну, сухарики багет. Три яичка. Ну, и вот такой кусочек сыра, наверное, грамм 30-40. Сначала нам нужно отварить креветки и яички. Итак, нам нужно отварить три яичка. Вот они у нас уже варятся. И сейчас я засыпаю креветочки наши в кипящую подсоленную водичку. Обычно я добавляю еще несколько лавровых листочков в креветки. И вы помните о том, что мы их варим недолго, в кипящую воду всего на 2 минутки, чтобы они не стали резиновыми. Пока варятся наши креветки, мы с вами разложим салатик на дно нашего блюда. Вот таким образом. Большие листочки мы будем просто разрывать. Мы его не режем. И красиво выкладываем по всему блюду. Потом мы будем складывать остальные продукты уже на него. Так. Вот такие красивые цвета у нас получаются. Вот так мы выложили на блюдо наш салатик. Дальше мы берем помидорки черри и разрезаем их на 4 части. Вот таким образом. Нужно порезать все помидорки черри. Мы помидорки порезали и теперь выкладываем их в наш салатик. Вот таким образом. Мы любим, когда их побольше, поэтому сразу у нас блюдо заиграло уже другими красками. Вот так красивенько. Выложили наши помидорки. И приступаем с вами за яички. Яички мы режем точно так же на 4 части. Напоминаю, что мы любим, когда у нас крупненько продукты порезаны в салате. Все три яичка на 4 части. И третье еще яичко тоже так же. И теперь выложим яички тоже на наше блюдо. Выкладываем яички по кругу вот таким образом. Вот такой у нас солнечный теперь получается. Красивый и аппетитненький. Немножко. Вот так. Теперь приступаем за перчик. Мы режем его небольшими кусочками, узенькими, и добавляем его в салат. Два перчика. Выкладываем перчик на наше блюдо между яичечками
Вот таким образом. Затем серединку также сверху кладем. Вот и сварились наши креветки. Вы помните, сколько их было, да? Они немножко варились, плюс мы их почистили. Но на наше блюдо как раз хватит. Креветочки мы выкладываем сверху рандомно, не жалеем, для себя делаем. Вот таким образом. Вот таким образом мы выложили наши креветочки. И теперь сверху добавляем багет. По вкусу. В принципе, я вижу, что багета столько, сколько сейчас блюдце нам не понадобится. Немножечко поменьше его выложим. Теперь нам осталось потереть сыр. И сверху посыпать им наш салатик. Вот таким образом. Посыпаем сверху наш салатик. Его как раз нужное количество. Немного и не мало. Как раз на это блюдо. Посолим сверху немножечко наш салатик. И добавим майонеза. Можно заправлять и оливковым маслом, но сегодня мы сделаем это именно так. Вот таким образом добавляем майонез. Вот такое блюдо у нас получилось. Вы были с каналом «Вкусняшки по-домашнему». Готовьте с нами, готовьте вкусно, ставьте лайки. Надеемся, что вам понравится.